Транспорт появляется в жизни ребенка достаточно рано. И появляется он, как это ни странно, с вот такого вот маленького шарика. Потому что именно он, представляющий собой идею, конструкцию колеса, да, и движение, появляется в жизни ребенка уже в 3-4 месяца. Да, и впервые, катая какие-то шарики, ребенок знакомится с идеей движения.